14 апреля ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился с чрезвычайными полномочными послами в Российской Федерации стран Латинской Америки. В Казанский университет делегация прибыла в рамках официального визита в Республику Татарстан, который проходил с 12 по 14 апреля. Те, кто знаком со стратегией научно-технологического развития России до 2035 года, могут видеть, что у нас практически все направления, они конкордируют или совпадают с теми стратегическими направлениями, которые обозначены в этом документе, утвержденным указом президента Российской Федерации. В КФУ сегодня учатся 110 студентов и на постоянной основе работают 8 исследователей из стран региона. Вчера за теплым ужином у нас возникла идея создать какой-нибудь праздник в Казани. Возможно, что этим днем стало бы 13 апреля, днем Латинской Америки и Карибского бассейна. Поделившись первыми впечатлениями, послы высказали и свои предложения в части расширения взаимодействия с Казанским университетом. У вас, я так вижу, это я пока говорю не как профессионал, конечно же, но у вас есть отличная база. И я уверена, что Куба будет с вами еще более тесно в области фармацевтики и биофармацевтики сотрудничать. С необходимостью усиливать академический обмен согласились все стороны, причем речь шла не только об обмене студентами, но и преподавателями и учеными-исследователями. Более того, послы обещали содействовать в рекомендации Казанского университета бизнесу своих стран. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.